А это что за аппарат? Пушка, бомба, ракета, а точнее сварка, чистка и резка в одном. Меня зовут Виктор, это канал Лазеркат. Досмотрите это видео до конца, и вы обязательно захотите стать сварщиком. Три в одну. Этим многофункциональным инструментом могут пользоваться люди и без многолетнего опыта сварки. Он может сваривать материалы до 8 мм при двухсторонней сварке благодаря глубокому плавлению в узкой зоне нагрева. Это полноценная лазерная сварка, лазерная резка и лазерная очистка, и это очень круто. Конкуренция на рынке металлообработки очень высока, нужно быть экологичнее, экономичнее, производительнее. И этот прибор решает все эти бизнес-задачи помимо основных. Здесь внутри волоконный лазер на 1000 ватт, 1500 ватт или 2000 ватт. Какой захотите, такой и поставим, и это позволит вам производить сварку в 5 раз быстрее традиционной. Лазерный источник, установленный в этой 280-килограммовой малышке, способен удалять застывшую ржавчину, остатки краски, нефтепродуктов, и при этом весь аппарат невероятно экологичен, ведь при ее использовании не откупорили ни одной бутылки с ядовитыми химикатами. Конечно, сам аппарат сделан не из переработанных газет и опилок. В основе крепкий металлический каркас, зато он прослужит вам не один десяток лет. Вы только посмотрите на этого сверчка. Миниатюрный пистолет отлично сидит в руке. Миниатюрный пистолет весом в 1 килограмм отлично держится в руке. Это по достоинству оценят те, кто имел дело с лазерными сварками или чистками. Он легкий, и это особенно важно при длительном и напряженном графике работы. Также операторам зайдет и удлиненный 10-метровый рукав оптоволокна, который, кстати, можно увеличить до 25 метров, что значительно повысит мобильность. В комплекте с пистолетом, помимо сканатора для чистки, идут еще 8 сопел для сварки и резки. Да-да, вы не ослышались, именно резки металла. Помимо того, что Watson X безупречно сваривает листы металла, он может их еще и резать. Конечно, с промышленным металлорезом его не сравнить, но насколько это упрощает и ускоряет работу. Что же делает такое чудо машиной? Да все что угодно. При высокой скорости обработки вы получаете аккуратные высококачественные швы. С ее помощью можно делать стыковые, угловые, тавровые и кольцевые швы и сварку плохо подогнанных изделий. Сварка нагревает, но не деформирует околошовную область. Вы получите очень аккуратный шов при минимальной постобработке. Огромным плюсом этого аппарата является то, что он не перегревается при больших нагрузках, а значит, его можно использовать для работы в промышленных масштабах. Смена функций без замены сварочного пистолета и оптоволокна значительно экономит время и позволяет избежать рисков поломки. На сварочном пистолете реализован модуль управления. С его помощью можно быстро менять параметры сварки и регулировать подачу проволоки. Станок Watson X оснащен большим дисплеем. И это удобно, но фильм на таком, конечно, не посмотришь. Хотя мы можем настроить параметры чистки и приготовить попкорн. Попкорн четкий, а сварочный аппарат еще четче. Предустановленные параметры сварки, подсказки для оператора станка по выбору режимов, возможность сохранения своих комбинаций параметров для самых востребованных задач. Управление конфигурацией швов, формой шва, а управление подачей газа и лазерного луча происходит через сварочный пистолет. Он может работать с нержавеющей сталью, низкоуглеродистой сталью, алюминиевыми сплавами или медью. Охлаждение у него водяное, питание 220, мощность до 2000 Вт. Весит, как я уже и сказал, 280 кг. Это был станок Watson X. Другие параметры и описание вы можете посмотреть у нас на сайте, позвонить, прийти в демонстрационный зал и попробовать этот аппарат в деле. Меня зовут Виктор, это был канал Лазеркат. Подписывайтесь на нас обязательно, ставьте лайки и пишите в комментариях, что бы вы сделали с таким станком, если бы он у вас был. Черно-белым сделаем для монтажера. Уходим в закат, есть попкорн.
И этот сварочный аппарат способен соединять сердца. Не надо. Не надо этого говорить? Стоит он недешево, но... Это же три в одном. Три в одном. Три в одном.